Всем привет, я Павел, изготавливаю инструмент для работы с кожей, в частности ножи. Такого плана и еще множество модификаций. В июне состоится фестиваль в Питере, Лапоть. Меня пригласили туда дать мастер-класс по заточке ножей. Цель мастер-класса – научить людей, как правильно править нож, как правильно его затачивать, чтобы он мог легко резать кожу. Острый нож – залог успеха. Посмотрим, как режет заточенный нож, как он шурфует. Такой съем производится одним движением. Если вы хотите, чтобы ваш нож резал так же, то вам стоит посетить это мероприятие и записаться на мой курс по обучению. Будет теория, будет практика. Я привезу с собой заготовки. Такие. Будем учиться точить разные ножи. С режущей кромкой радиусной, с прямой. Прямой шорный нож. Киридаши. И крамкорезы еще будут. В конце обучения, я думаю, что вы сможете заточить нож, чтобы он мог резать вот так. Одним движением, прорезая 3 миллиметра. Вот. И еще для примера. Это ремень 5-миллиметровый. Косячок. Одним движением прорезаем 5 миллиметров. Вот так вот. И топорик. Всем спасибо за внимание. До встречи в Питере.